Республиканец Рик Санторум является одним из самых последовательных политиков в США. Он занимает жесткую позицию по ключевым для американского общества вопросам – допустимости абортов и однополых браков. Отец семерых детей, женат более 20 лет. Рик Санторум, доктор юридических наук, был избран в Палату представителей Конгресса в возрасте 32 лет. Он пришел в 90-м, когда республиканцы были в оппозиции и составляли меньшинство в Конгрессе. В 94-м году при демократе Билли Клинтоне республиканец Санторум был избран в Сенат все от того же демократического штата Пенсильвания и переизбран в 2006-м подавляющим числом голосов. Санторум известен как политик не только последовательный, но и очень жесткий. Он был одним из двух сенаторов, проголосовавших против кандидатуры Роберта Гейтса на пост министра обороны. Санторум всколыхнул Сенат своими заявлениями о необходимости жесткой бюджетной дисциплины и ограничения расходов еще тогда, когда эта идея не стала общепринятой. В предвыборной программе кандидата планы снижения налогов для бизнеса, чтобы вернуть производственные мощности в США и тем самым способствовать возрождению национальной промышленности. Рик Санторум – ярый патриот Америки. Прославился также своими выступлениями на грани фола относительно иранской ядерной программы и российской позиции по этому поводу. Осенью 2011 года Санторум публично заявил: «Мы тут говорим о тайных операциях американских спецслужб. Уже находили трупы ученых-ядерщиков в России и Иране. Были компьютерные вирусы, были проблемы на ядерных объектах. Я надеюсь, что США были вовлечены во все эти операции».